В Чебоксарах общественное признание получили самые активные горожане и организации в рамках традиционного ежегодного городского конкурса «Общественное признание-2018». Общественное признание – это больше, чем просто конкурс. Это народная премия за добрые дела, поступки, за стремление сделать свой город лучше. За 10 лет более 900 имен заслуженно оказались в золотом фонде города. Поздравляем тех людей, которые внес значительный вклад в благоустройство города, развитие, чтобы наши предприятия, экономика города развивалась, и тех, кто внес значительный благотворительный вклад в развитие нашего города. В списке победителей представители совершенно разных сфер, но объединяет их всех одно – любовь к своему делу и стремление к результатам. Развиваем в Чувашской республике автомобильный спорт и, соответственно, были удостоены чести, как говорится, принимать Кубок России по ледовым гонкам в Чебоксары уже 3 года подряд. В этом году у нас было 45 автомобилей на Кубке России. Надеемся, на следующий год количество участников будет только возрастать. Заслуженная награда нашла и автора проекта «Экспресс бабушки», который реализуется в столице республики с 2016 года. Аналогов ему пока нет, но у него, по мнению организаторов, большое будущее. Проект дает возможность женщинам на заслуженном отдыхе быть вновь востребованными и полезными. Бабушки-волонтеры безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми в трудной жизненной ситуации. Когда эти дети бегают к нашим бабушкам, милые бабушки, иногда даже слезы наворачиваются. На самом деле, наверное, этот проект он нужен. И есть дети-инвалиды, которые в школу не ходят. И вот бывшие педагоги, они сегодня не знают, куда, наверное, вышли на пенсию. Дети выросли, внуки выросли. И вот эти, наверное, совершенно неродные дети становятся им родными внуками. Бабушки сами говорят, больше мы даже сегодня сами многое получаем от этих детей. И, конечно, мамы от наших бабушек многому учатся. Десятки имен и организаций уже вписаны в историю города. И для многих премия «Общественное признание» – лишнее подтверждение тому, что они находятся на правильном пути и дополнительный стимул развиваться дальше. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.